Более 1 миллиона 300 тысяч рублей выделило правительство Московской области для организации летнего отдыха детей. Об этом сообщили в Московской областной думе. Ожидается, что в лагерях смогут отдохнуть почти 540 тысяч мальчишек и девчонок. 5 тысяч путевок закупят для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Напомню, что также с 31 марта возобновится продажа путевок по программе детского туристического кэшбэка. Родители смогут вернуть 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Для этого не забудьте оформить карту платежной системы «Мир».